Поехали. И чё? На улице было страшно сыро, был западный ветер. В такую погоду мне всегда не мучиться. Я растопил камин, зарез проминал чашу, кресло, раскрыл волшебную книгу. Хотел найти заклинание, управляющее маховиком времени. Маховик времени? Как в сказке о Гарри Поттере? Да, да, именно. Я отныне дело, что типа молодой человек. Дамблдор прислал мне этот старинный маховик времени, чтобы я мог понаблюдать за его работой. Так вот, я искал заклинание для управления маховиком времени. Было это примерно в 11 утра по сказочному времени. В полдень я прилег отдохнуть и проспал, по моему ощущению, примерно час. Когда я проснулся, на часах было 10. Долго ж ты проспал? До самого вечера. Это был не вечер. Было 10 утра. Ваши часы пошли в обратную сторону. Да. Время повернуло назад. Я растопил камин, заварил чай и сел штудировать волшебную книгу. Книга всегда лежит вот на этом столе. Шкаф не ставлю по причине крайней ее тяжести. Да уж, пробки вон. Не надо мне на паузу. Я даже взял ее в руки, потом подошел к шкафу, там хранятся такие же книги, и увидел свое отражение в зеркале и поразился. Я стал моложе. После этого сразу же отправил Добрыне Никитичу телеграмму. Все, ничего не сделаешь. Сильно. Ну дела. Стрял по полной программе. Тоже не разъехался. С чувачком пропускал его. И в итоге сам улетел ровно в то место. В канавку. Прикольно. Вчера почистили дороги. Вчера все было чисто, трактора проехали, блин, а здесь лед. Здесь лед, а здесь канава. Вот уже, блин, угораздило. Ладно, сейчас вон едет мой спаситель. Погнали.
Стой, 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 подожди. Чё опять? Ну, да, уж. Сейчас снимаем эти штуки и поехали. Ну, мы выбрались. Как назад возвращаться, я, если честно, не знаю. Будем через поля, не уверен, что там чисто, Саш. Посмотрим.